Мои планы на выходные – спать, пока не проголодаюсь, а потом есть, пока не начнет клонить сон. В камеру смотрите, сказали! Имя! Чё? Твое чье имя? Сашка, Сашка. Полное имя? Саня, Саша. Полное имя, я тебе говорю. Там неудобная буква просто. Ты так, дебил, ты, что ли? Так, план на декабрь. Надо посраться со всеми до Нового года, чтобы никому не дарить подарок. И 1 января, пока все бухие, надо помириться. Да, хороший план. Переезжай в Краснодар, говорили они. Здесь зимы нету, говорили они. Зима здорово, говорили они. Снежки играть можно, из горки кататься, бабу снежную лепить. Ексель-моксель, холод собачий, все. Вот проснетесь весной, а Кузенька уже пропал с голоду и холод. Кот, а ты меня любишь? Чего не видно, что ли? Вот мой шерстяной всегда прекрасно выглядит. А все почему? Все потому, что не курит, не бухает, много спит, много жрет. И самое главное, не ходит на работу. Я прямо не осмеливаюсь вас кисой называть. Я вас очень уважаю, но кисы вам, ей-богу, затрудняюсь и говорить.